Прививать детей от коронавируса в Беларуси начнут в следующем году. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения. Дмитрий Пеневич отметил, что в четвертую волну дети тоже входят в группу риска. Более того, все больше производителей вакцины разрешают прививать категории младше 18 лет. Напомню, с сентября в Беларуси разрешена вакцинация беременных и кормящих. Определяющим штаммом остается все равно штамм Дельта, который определяет эту вот волну. Фактически многие говорят о том, что он совершенно отличается, действительно мы это видим, от уханьского штамма. Это совершенно иная эпидемическая ситуация, но подходы к ней, в принципе, остаются универсальными. Я еще подчеркну, это более тяжелые пациенты, это гораздо более сложнее введение этих пациентов, в том числе в стационарных условиях. Но эту волну мы чуть-чуть уже проходим. Во всех регионах мы считаем такие цифры сравнения с прошлой волной. Вы помните, мы всегда говорили о том, что, допустим, превысили 100% от прошлой волны. Вот на сегодня, на утро, только два региона, Минская область и город Минск, выше, чем 100%. Минск, конечно, достаточно высоко. Регион Минская область 106%, остальные все менее 100%. Это не отменяет нашей напряженной работы, это не отменяет нашего призывов к вакцинации. Дмитрий Пеневич вместе со студентами Белорусского государственного медицинского университета сегодня высадил аллею к вековому юбилею вуза. Сейчас там учатся более 7 тысяч студентов, из них 2 тысячи иностранцы. Каждый год мы видим увеличение количества иностранных студентов, которые у нас обучаются. Это говорит, конечно же, о востребованности, авторитете и имидже как нашего образования медицинского, так и в целом нашего университета. Поэтому вот эта аллея – это как раз посвящение всем нам, медицинскому образованию нашего университета. За весь период развития медуниверситет выпустил более 60 тысяч врачей, которые работают не только в Беларуси, но и во всех уголках мира.